С каким наслаждением все поклонники зимних видов спорта, биатлона и лыжных гонок следят за соревнованиями своих любимцев? Сколько волнительных и приятных минут доставляют нам лыжные гонки? Вспомним лыжную многодневку Tour de Ski. Выступления российских лыжников заставили нас поволноваться. Но в каждой стране, естественно, болеют за своих спортсменов. Многие из нас отметили, как хорошо выступают норвежские лыжники. Однако все чаще у болельщиков возникают некоторые вопросы, на которые они не получают ответов. Но вопросы есть не только у российских поклонников лыжных гонок. Интересным мнением поделился Кари-Пекка Кюрё, бывший главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам. В частности, он отметил, что норвежские представители заняли все основные места в ФИС, поэтому все решения принимаются ими исходя из интересов своей сборной. По мнению специалиста, лыжная многодневка Ski Tour выглядит намного слабее Tour de Ski. Он отметил, что это сделано с той целью, чтобы норвежские и шведские сборные могли выглядеть более выигрышно перед домашней публикой, а также иметь большое преимущество. Кюрё сказал с большой уверенностью, что из-за норвежцев лыжные гонки теряют многие страны – Францию, Германию, Чехию и другие. Лыжные гонки надо спасти от Норвегии. Норвегия сама не сдается. Они убивают целые страны. Но реально, в Центральной Европе лыжные гонки уничтожены кабинетной игрой, заявил Кари-Пекка Кюрё. Хотим напомнить, что победителями лыжной многодневки Ski Tour стали норвежские спортсмены Пол Голберг и Тереза Йохаук. Любопытно было бы узнать, а что по этому поводу думают действующие тренеры из многих стран. Вот было бы реально очень интересно послушать их мнение. Только навряд ли мы его услышим. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!